Бешеная белка в шоке от того, что здесь творится. Да, Майки, ты в шоке? Руки сожрал мои колготки. Говорите, что хотите, ну пусть он, блин, я его хочу таким образом проучить. Вот такое проучить. Вот наказание, у нас ну, такая сексуальная он меня, попка. Он сожрал все мои тапочки, он сожрал все мои носки. Вот не он надо наговаривать, всегда не все надо колготки. Наговаривать. Вот пусть теперь ходит. Не надо наговаривать. Какой-то сексуальный Рокки. Такая маленькая попочка моя холёсая. Какой ты красивый. Да, вот так вот тебе по попке. Ой, недовольный. Ай, недовольный. Вот так вот тебе, жук. Лекси, ты, конечно, красавица, но сегодня, сегодня вот наша дама. Прыжок, а ну-ка, прыгай. На каблуках неудобно прыгать. Нет, прыгай. Руки, а что это мы тебя спалили? Что ты там в чулочках себе делаешь? Майки, ты что, подкатываешь к нему, а? Что это лапки твои подскользили? Ты подкатываешь к этой сексуальной попке? Посмотрите на эту секси-попку. Руки, ну ты красавчик, отвечаю. Колготок так булочки поделились, гляньте, как будто это попка. У него так шерсть здесь скомкалась, вот как будто, видите, как будто вот попка. Красивая сучка, ты так похож на девочку, а так вообще... Ребята, прям... поставьте лайки, ай, быстро попка, лайки для ай, этой попочки, попка. Чтобы Руки не смущался. Вы видите, как он стесняется? Поставьте лайк, быстро лайк вот этой попочке. Куда ты зовешь? Куда ты манишь? А? Куда идем? Посмотрите. Капец же, как это орно, вы согласны? Ты что, на улице собрался? Там парад какой-то за окном или что? Ты в таком виде собрался идти, а? Срезать или работать? Скоро ж Хэллоуин, он, глянь, он уже принарядился. Воу, кто-то дрифтовать уже начал. Как смешно, носочки болтаются. А ну еще раз пробегись. И побежал, и побежал, и побежал. Оу, посмотрите, несется. Ну, модель, ну реально, модель. Напишите в комментариях, Лекси, не закрывай нам эту красоту. Посмотрите, как эта жопа ревнует, что внимание не ей. Тише, 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 да, тише, тише. Да. Успокойся. Вот такой, ой, 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 ревнивица. Успокаивай, успокаивай его. Посмотрите, успокаивай. Что бы Рокки пошло? Какой цвет ему к лицу, а? Черные чулочки, красные, беленькие, а? Рокки, а меня вдруг осенило, что не все в курсе, что мы есть в ТикТоке. А вот именно в ТикТоке у нас коротенькие видосики, прикольчики разные, вайны и просто короткие моменты из нашей жизни. Постоянно в комментариях читаю: о, а я же смотрю тебя на Ютубе, почему они в курсе, что есть в ТикТоке? Так вот, в ТикТоке я точно так же подписан Хасмут. Кто вообще не зарегистрирован в ТикТоке, я оставляю ссылочку. Скачивайте, устанавливайте приложеньку и сразу же на нас подпишитесь. Хасмут английскими буквами. Сейчас покажу пару видосиков, ради чего вам стоит устанавливать и продолжать за нами следить. Лекси, лайфхак. Как сделать, чтобы тебя возненавидело все семейство? О, да. Нет, пресс Ивана! Пресс Ивана! Ну что это такое? Нет! Ну ты, блин, вообще неадекватный! Сейчас собака угадает твои мысли. Не веришь? Смотри просто дальше. У меня на листике написаны слова. Твоя задача просто запомнить одно слово. Вот видите, молоко, клубника. Это будет сильно очевидно, если будешь запоминать первые слова. Просто сейчас запомни какое-то одно слово. А теперь подумай о цвете этого слова. Если это лягушка, то зеленый. Просто думай о цвете. Майк, что думаешь? Это желтый? Как испортить жизнь муравью? Кладете кусочек курочки к муравьишкам. Первый увидел этот кусочек курочки, понимает, что сам не может его принести. И погнал звать всю братву на помощь. О, братва уже идет, идет, идет. Курицу забираю. Теперь этот муравей балабол, балабол. Но не только приколы и разные челленджи, есть и просто бытовые моменты, просто фрагменты нашей бытовой жизни.
Вот что малышка приготовила для Инстаграма, а вот что мы на самом деле будем сейчас кушать. Да, палю контору, палю. Хаваем лапшу, а в Инстаграм мы выставляем только вот такую вот романтику, никакой лапши. Ой. Посмотрите на эту прошманденьку. Друзья, не забываем, самое главное, чтобы не было душно, такая штучка-брючка. Какая красота. Украину за 8 гривен продавать, но это что-то, друзья. Согласен, я не знаю, предел. Я ухожу отсюда, это не знаю. Вот что значит мужик проспорил, и мужик выполняет спор. Да, настоящий мужик. Голышом залез к змеям. Офигеть, Миша, они меня учуяли. И ползут к тебе. Вот так вот в березках застрял. А ты знал, если случайно прикусить язык, то это больно. А если специально, то не больно. Ну и нафига ты это сейчас делаешь? Все правильно, в ТикТоке есть контент, которого нет больше нигде, только в ТикТок, поэтому обязательно подпишитесь на нас и напишите в комментариях, какой видосик из ТикТок вам понравился больше всего. И супер крутая новость и бонус, как только наберется 1 000 000 подписчиков у меня на профиле, уже полляма есть, как только набирается лям, я разыграю 11 iPhone Pro Max. Если к тому моменту уже 12 выйдет, то 12 разыграем. Поэтому обязательно переходи по моей ссылочке в описании, скачивай и подписывайся. Хасмут, жду. Здорово, моя. Йо, халёзый такой бегает мальчик. А ну-ка, давай, так. Обези я сниму. И бези мама снимет. Сними твою попку. О, да. На пьедестале. Как ты брутально разделся, малыш. Ну это перебор. Так, а кто теперь будет разрывать? Майки, какому мужику достанутся трусишки, а? Лови, у-ху. Что такое? Ты сразу выплюнул? Ты понял, что это не девчачьи, а роки? Ребятушки, а между весельем... Майк, сидеть. Молодец, умничка. Тут у Майка на глазике, вот видите, какой нарост огромный. Его нельзя просто электроножом срезать, как вот этот, который здесь снизу. И скоро будем делать операцию. Буквально через пару дней поедем Майку, будем серьезную операцию прямо под наркозом удалять, вырезать полностью весь этот нарост. Поддержите нас, пожалуйста. Да, Майки, дай лапку. Молодец. Вот так вот всем 5 дает наш мужественный мужичок. И подпишитесь на наш канал Хасмут в шоке. Это наш 2 канал, там, где мы выставляем истории наших подписчиков. Оцените просто максимально зашкварные последние истории. Ссылочка тоже в описании. А тут у нас творится что-то такое страшное. Теперь для Лекси 2 порция. А? Что тут у нас происходит? О, Fashion Week. Капец, ты прикольная, Лекси. Ой, не узнаешь, что за девчуля, да? Ты крутая, Лекси, очень крутая. Блин, Лекси капец как идет. Кстати, вот завязывать поясок не очень по стилю, а моська у нее вообще крутая. Так, оп. Я вообще не сторонник, чтобы собак одевать, но приколитесь, как же ей идет в натуре. Покажи нам моську. Ну покажи нам моську. Лекси. Стой! Да не попку, а моська, подожди, оп, Лекси, подожди, не могу поймать. Ох, злёка такая в такой именно веселой шапочке. Круто. Так, вот так, о, идеально. Все, Рокки, довольны, что теперь это не на тебе, да? Домохозяйка. Да, такая именно домохозяюшка. Так, а ну давайте, Майка не будем наряжать, напишите в комментариях, что Майку бы пошло. Рокки чулочки, Лекси халатик. Нет, Майки, нельзя раздевать ее. А что бы Майку пошло, пиджачок или спортивный костюмчик, а? Йоу. Круто. Ты, дурочка моя, любимая. Ей круто прям на боксерский ринг в таком халате выходить именно, ух. Бойцуха, видишь, сразу пошла врываться. Это ж у нас борец.